Сегодня в Чувашии чествовали лучших работников нефтегазовой промышленности. Свой профессиональный праздник они отметят в это воскресенье. Их работа не на виду, но без нее в одночасье температура в домах и школах, больницах и офисах упадет до уличной. В Чувашию природный газ пришел 60 лет назад. Газовое хозяйство республики сегодня – это 15 тысяч километров газораспределительных сетей, более 1700 газорегуляторных пунктов, 500 000 газифицированных квартир и домовладений. Впрочем, говорили на празднике не о цифрах, а о людях, благодаря которым удалось добиться таких результатов. За многолетний ежедневный труд работников отрасли наградили по почетными грамотами. От вашей работы зависит стабильность работы не только жилищно-коммунального хозяйства, но и в целом экономики республики, да и экономики, наверное, всей страны. Сотрудники «Газпрома» многое сделали, чтобы горожанам и селянам жилось комфортно. Ведь, как известно, погода в доме главнее всего. Раньше жили в дровах, дровами топили, а сейчас уже газом. Условия другие. Лучше живется. Поэтому мы уже считаем, мы неплохое дело делаем, чтобы безопасно было, мы это все смотрим, чтобы жили в безопасности. А, любим мы этот праздник. Я вот тоже работаю в газовой промышленности 20 лет. Люблю, действительно люблю. За что? Мы помогаем людям, ну как же, чтобы в домах был все время газ, чтобы было тепло зимой. Сегодня голубым топливом обеспечен практически весь регион. «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» поставляет природный газ 4000 предприятий и 500 000 абонентов. Наш профессиональный праздник, он как будто подводит итоги 9 месяцев, а фактически подготовка к отопительному сезону. Как вот система ЖКХ готовится к отопительной зоне, и мы то же самое делаем все наши, считайте, 15 тысяч километров сетей, ну, там более 5 тысяч объектов надземных, подземных объектов, они полностью подлежат проверке, ремонту, реконструкции, модернизации. Эту работу мы сделаем. Естественно, вот как мне доложили сегодня о том, что почти под 90% все объем работ сделано. И все же главное в нефтегазовой отрасли – люди, мастера своего дела. От их труда зависит энергетическая безопасность и благополучие Чувашии и всей страны. Рифат Фаткуллин, Игорь Зверев, Республика.